Жительница Избербаша приговорена к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за попытку продать собственного ребенка. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Дагестану. Напомню, 27 марта этого года 41-летняя жительница города Земфира Сайпулаева обратилась к своей знакомой с просьбой найти покупателя для своей 5-летней дочери, которую она решила продать за 100 тысяч рублей. Информация о готовящейся сделке стала известна стражам порядка, и 29 марта подозреваемую задержали. В итоге она признана виновной в совершении преступления.